Всем привет! В данном ролике рассмотрим тест комплекта флагман ДК-390 игла с лодочным мотором Тахацу 3,5. Лодка достаточно большая и тяжелая. Посмотрим, как поедет данная лодка с этим мотором. Также сравним Тахацу 3,5 с Ямахой 3 лошадиные силы на этой же лодке с одинаковой загрузкой. У Yamaha рабочий объем 70 кубических сантиметров, у Тахацу рабочий объем 74 кубических сантиметра. Посмотрим, какой же мотор поедет быстрее. Так, друзья, всем привет! Сейчас решил попробовать лодочку флагман ДК-390 игла с лодочным мотором Тахацу 3,5. Напомню, что данная лодка с лодочным мотором Yamaha 3 ехала 22 километра в час. Глиссер! 22 километра в час! Сейчас я попробую прокатиться. Та же самая лодка, но моторчик Тахацу 3,5. Сейчас посмотрим. Если комплект поедет так же, соответственно, это достоинство лодки. А если не поедет, выходит, что Тахацу не такой крутой, как Yamaha. Все, смотрим, не переключаемся. Заранее можете поставить лайки и написать комментарий, что вы думаете, поедет или нет. А мы начинаем. Ну что, традиционное видео. С какого раза заведется Тахацу? Открываем кранчик. Даем подсосик. Не забываем сапун. Газульку на старт. Раз. Со второго раза. И заглох. Капризничает. Yamaha трешка заводится, конечно, лучше. Сейчас немножко погрею. Ну блин, ну что такое, родной? Так, сейчас будем пробовать Тахацу 3,5 на лодке флагман ДК-390 игла. Я на этой лодке катался на Yamaha трешке, скорость доходила до 22 км в час. Сейчас я попробую на Тахацу. В принципе, это аналог по мощности Yamaha 3, и посмотрим, как поедет данная лодка. Так, ну, пока максимальная скорость всего лишь 18 км в час, Yamaha трешка с этой же лодкой ехала 22, здесь 18. Давайте попробуем еще раз в другую сторону. Thank you.
общем, вы все видели. Тахацу всего лишь максимум выдает 19 км в час. Ямаха разгоняет эту лодку до 22. Вот со мной то же самое, все то же самое, вся та же загрузка. Поэтому лодка, конечно, едет, едет на глиссере, но Ямаха трешка все равно быстрее. Так, так как я на Ямахе трешки катался вдвоем скорость была 16 км в час. Посадил тоже пассажира, взял тут с берега пассажира. Общая масса, я 95, пассажир где-то 70. Получается 165 килограмм. Посмотрим, что сможет Тахацу. Ямаха тоже практически глиссировала на этой лодке. Разгонялась до 16 км в час. Посмотрим, что у нас сможет Тахацу. Поехали! Общей массы 165 килограмм, максимальная скорость 14 км в час, стабильная 13. Ямаха ехала стабильные 15, иногда 16. Здесь Ямаха тоже побеждает. На Тахацу получается вдвоем, уже глиссера не видать. На Ямахе все-таки такой полуглисс получается. Так, ну что, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Ставим лайки. Тахацу хороший мотор. Можем мы тоже лайк поставить. Лайк Тахацу. Все равно. Хоть он и проиграл.